В рядах правых популистов Германии ссоры и дрязги. Из партии «Альтернатива для Германии» собирается выйти ее сопредседатель, фактически лицо этой политсилы, Фрауке Петри. Накануне отказалась она входить во фракцию альтернативщиков в Бундестаге. О подводных течениях с правым уклоном подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Не успели пройти в Бундестаг, а уже разругались. В лагере правых популистов серьезный раскол. Сопредседатель и лицо политической силы Фрауке Петри не хочет входить во фракцию «Альтернативы для Германии» в парламенте. Об этом она заявила на первой же пресс-конференции после выборов. С 2013 по 2015 годы у партии было четкое стремление оказаться у власти. И я по-прежнему это хочу. У такой анархической партии, какой мы видели альтернативу для Германии в последние недели, есть шанс быть успешной оппозицией, но она вряд ли окажется в правительстве. Поэтому после долгих раздумий я решила не входить во фракцию партии в парламенте. После этих слов Петри встала, собрала вещи и покинула пресс-конференцию и ошарашенных соратников. По их лицам было понятно, такой выходки они не ожидали. Госпожа Петри ушла одна. Я не думаю, что за ней последуют другие депутаты, но посмотрим. А вот эксперты думают иначе. Петри не хочет входить во фракцию по политическим мотивам. Она считает, что партия взяла слишком правый крен и выступает за более сдержанную позицию. И вполне может переманить на свою сторону и других депутатов от этой партии, создав в Бундестаге свою собственную группу. В любом случае, всем остальным партиям, да и стране в целом, раскол в лагере правых только на руку. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое бюро телеканала «Интер».